На территорию Соединенных Штатов Америки обрушился мощный циклон, которому метеорологи дали название «Инга». На данный момент циклон накрыл непогодой Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Теннесси, Джорджию, Южную и Северную Каролину, а также Кентукки, Пенсильванию и Техас. Сопровождается циклон дождями с мокрым снегом и градом. В городе Хьюстон отменено более 1000 авиарейсов. Циклон продолжает движение на восток, и в штате Алабама из-за ухудшения погодных условий объявлена чрезвычайная ситуация. Природа не смотрит на чины и ранги, обрушивая свой гнев. В связи с чем очень важно становиться человеком здесь и сейчас, ведь неизвестно, кому может понадобиться помощь – вам или окружающим людям. Но если каждый будет готов помочь любому человеку, попавшему в беду, то различного рода катаклизмы не помеха для человеческой цивилизации. Каждый житель Земли уже сегодня способен проявлять свои лучшие человеческие качества вне зависимости от обстоятельств. Счастья вам и гармонии с окружающими людьми, уважаемый зритель! Узнать подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации вы можете в докладе ученых АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.